1 января в России вводятся ежемесячные выплаты при рождении первого или второго ребенка. Соответствующий проект федерального закона, предложенный президентом страны Владимиром Путиным, в первом чтении одобрили в Государственной Думе 13 декабря. Право на получение выплат получат семьи со средним доходом на человека, не превышающим прожиточный минимум в 1,5 раза. Размер выплаты составит 10 932 рубля. Этот размер прожиточного минимума составляет 11 162 рубля. То есть, если семья, состоящая из трех человек, будет иметь право на эти выплаты, доход которой не будет превышать 50 222 рубля. Для получения выплат матери, родившие ребенка после 1 января 2018 года, должны обращаться в органы социальной защиты населения Севастополя. Выдача средств рассчитана на 1,5 года, но после года выплат заявитель должен будет подать документы на продление льготы. Если обращение пройдет по истечению 6 месяцев со дня рождения ребенка, то пособие уже будет назначаться с даты подачи заявления. То есть всем заявителям обязательно, желательно обратиться не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. Тогда пособие вернется с даты рождения ребенка.